Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон в новом сезоне. И, в принципе, ребята, в принципе, мы сейчас продолжим охотиться на покемонов. Только, как всегда, давайте сначала это поскладываем в сундук, потому что у нас просто куча всяких вещей. Так, дайте секундочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6 шайни покемонов. Уже, ребята. Я говорю, если бы мы не имели того же покерадара, то до сих пор мы бы, может, нашли где-то 10 покемонов-боссов. Может меньше, может чуть-чуть больше. И если честно, в принципе, не нашли бы даже ни одного... Не нашли бы ни одного шайни покемона, мне так кажется. А так это вообще. Просто ходишь, да, на карту смотришь, о... За одну серию мы так находим где-то по 10 покемонов-боссов. Ну, по 10, не по 10, где-то 5, 6, 7, 8 приблизительно. И можно сказать, ну не всегда, конечно, мы находим шайни покемонов, но тоже часто. Поэтому, в принципе, покерадар и нужен, да, чтобы его так находить, можно сказать. Так, сколько у нас? 11 алмазиков. Так, ну что, в принципе, ребята, дальше мы, можно сказать, полетим сейчас куда-то. Куда? Давайте, в принципе, я так думаю, в ту же сторону, куда мы летели, куда-то вот сюда, да? Да, мы летели вот сюда, а сейчас вот туда полетим. Так, в поисках новых биом, фиг его знает. О, нет. Сначала какие биомы, если у нас там покемон-боссик. Давайте. Ни хрена себе громадина. Да, ладно. Ни хрена себе у него урон. Так. Не знаю. Сможем ли мы его убить? Не, ну конечно сможем. А, в принципе. Ох, ни хрена себе Thunderstone. Ну конечно, так выпали, да? С электрического покемона босса выпали два камня эволюции Thunderstone. Куда мы летели? Нет, не в ту сторону. Я говорю, просто это нужно каждый раз вот так смотреть, потому что карта, как бы покерадар, да, вот эта мини-карта, которая сверху, когда вот так крутишься, она тоже меняется. Да ты же, вы дадите нам куда-то улететь. Летел туда, сзади появился покемон-босс. А вот сейчас уже, походу, пропал, да? Ладно, пропал так пропал, все, дайте нам улететь туда куда-то. Сейчас опять лечу, и опять сзади покемон-босс появится. Нет? Не появился? Ладно. Летим мы вот сюда. Да, ну просто я говорю, в всех мини-картах, когда ты идешь, например, вперед, да, то показывает вперед. Право-право, лево-лево, зад-зад. А тут, когда ты летишь вперед, да, то показывает как бы вперед, да. Когда оборачиваешься назад, то опять показывает вперед карта. А там, где был зад, становится сзади. И вот так, как бы она крутится по сторонам, и это иногда как бы... Ну, хочешь лететь куда-то вот в ту сторону, да, потом развернулся, вот там где-то покемон-босс был, да, и все, разворачивайся, и, в принципе, уже, можно сказать, немного забыл, куда ты летел, потому что направление карты, можно сказать, немного поменялось, вот. Вот летим мы туда, да, прямо, покемон-босс сзади. Если бы мы летели на какой-то другой карте, то, если бы мы летели назад, да, то просто бы так показывало, что мы вот так летим назад. Как бы, вот летим и вперед, показывать вперед, летим и назад, показывать назад. Так мы оборачиваемся, и это встает у нас как бы спереди, да, можно сказать. Ну, в принципе, так, сейчас давайте с этого слезем. Где он? Вот он. Вот он. Мунстоун. Так, Мунстоун. Ну, в принципе. Ладно, давайте-ка мы полетим мы вот сюда. Куда-то вот сюда. Какие тут горы. Так. Вдруг, я вроде правильно писал, бегон или бег...
О, Чармандер, привет. Бегон или... Нет, бекон нет, 100%. Пускай будет вот так. Чармандер. Ты уже у нас есть, так что гуляй. Там себе по горам. Фироу. И так, мы вообще, да, в принципе, туда мы летим. Дайте нам какие-то горы. Горы, горы, горы. О, какие нафиг горы, не горы, а джунгли, пустыни, зимние биомы. А то опять горы, реально. Не успели мы их пролететь, опять горы. Хитмончан, да? Нет, Хитмонли. О-о-о. Босик, босик, босик. Босик. Ну, что-то он как-то быстро передвигается. Не, ну он походу. Да, он в земле. В какие в земле? Походу в воде. Да, вот он. Эмфорос, давай. Как раз против водного. Да иди ты сюда, что ты такой быстрый. И вот так, отлично. Так, давайте выплывем отсюда. С воды. Капут. Чё, действительно, просто нереально джунгли найти, нереально пустыню найти. Уже нашли не знаю по сколько лесов, уже нашли не знаю по сколько грибных тех лесов. Вот, как раз мы сейчас в нем, да? Да ты ж... Ну, слетай, да чё ты... Ну, взлетай, взлетай, взлетай. Капут, ему еще и пространство нужно, да, чтобы разогнаться, чтобы взлететь. Так, сейчас. Кто тут у нас может быть? Оша, вот. Может, может, тут просто океан. Может, где-то да и будет. Фиг его знает, но опять горы. Капут. Пойди с... О, Оникс. Хотя нет, не нужен нам пока что Оникс. Это кто там? Инфернейп, да? Мэчемп. По идее, ту же пустыню намного легче найти, чем какой-то там грибной лес. Потому что грибной лес, можно сказать, действительно не очень так легко найти. Сигнал бим. Чё мы тут можем? Ладно, давайте вот так. Просто действительно, сколько мы уже вот... Каждый тип леса мы уже нашли приблизительно где-то по 3 штуки. 3-4 или даже больше штук. Вот грибных биом... не грибных биомов, а грибных лесов мы уже действительно очень много нашли. Тех лесов, где типа ели, да, но без снега, тоже мы, можно сказать, кучу нашли. Вот еще один грибной биом. Еще один. То есть вот тут он был, где он был. Сейчас. Где он был? Ну вот тут он был, да? И вот тут еще один грибной биом. И уже других лесов мы тоже уже, можно сказать, кучу понаходили. И гор мы тоже уже, можно сказать, много. Много. Практически везде, куда мы летаем, есть несколько гор, да? О, покемон босс. А вот ту же пустыню, ту же джунгли мы... Те же джунгли мы вообще... Что-то никак не можем найти. Он в земле. А нет, не буду я рыться в землю, ребята. Лучше мы полетим куда-то вот сюда. Куда мы летим? Нет, не туда. Давайте вот сюда. Взлетай. Полетим мы вот сюда. Кто тут может быть у нас? Точнее, что тут может быть у нас? Опять равнины? А, вот сейчас нормальные лесы пошли. Что-то реально, карта какая-то такая заспанилась, только одни лесы. Леса. Это ч... Нет, это... Ну как бы песок... О, неужели пустыня? Неужели пустыня? Охренеть, ребят, наконец-то мы хотя бы пустыню нашли. Офигеть, сколько это нужно было перелетать, да, переходить.
Ух ты, ни хрена себе, мы не только пустыню нашли, ребята, мы еще и новую биом нашли. Как бы какой-то. Фиг его знает, какая-то осенняя биома, можно сказать, потому что тут все цвета такое, да, когда осень, все такое желтое. Ой, вот это капот. Не знаю, сколько ребят мы перелетали, не знаю, сколько ребят мы перебежали, переплыли, опять перелетали, чтобы найти хотя бы ту же пустыню, да? А когда мы уже наконец-то нашли пустыню, то и сразу же после нее нашли мы и вот этот биом. Я не знаю, как он называется, но это походу... Как вот это называется? Ну топай ты уже, топай. Как называется вот этот? Ну давайте уже, ну что ты так долго? Так, сейчас давайте мы его отзовем. Так, наверное, быстрее будет. Конечно, быстрее. Это Сакура или как она там называется? Акасия, точно не Сакура. Какая Сакура? Акасия. Акация. Акация. Ну, в принципе, да, давайте нарубим себе немного вот этого дерева. Он тоже прикольный цвет такой. Офигеть, я говорю, ребята, сколько мы перелетали, чтобы найти ту же пустыню, сколько мы лесов понаходили, сколько мы еще лесов понаходили, мы болото понаходили, леса понаходили, кучу мы всего нашли, но никак мы не могли найти хотя бы ту же пустыню, да? А сейчас нашли же пустыню, нашли же сразу вот эту новую биому. Так. Ну, в принципе, пока что хватит. О, уже просто офигенно, потому что у нас есть саженцы. То есть нам больше даже необходимо вот это все делать. То есть мы просто саженцы можем посадить где-то возле нашего дома. А вот это офигенная идея, ребята. Давайте пособираем вот это саженцы со всех дерев, которые как бы есть новые, можно сказать, в этой новой версии. Просто-напросто посадим их возле нашего дома. То есть... Можно сказать, возле нашего дома будут разные деревья, да? Вот, вот, куча новых покемонов. Кого я хочу словить? Ну, пока что я просто... Сейчас уже как бы нет смысла даже их ловить, да? Потому что у нас уже есть наша команда, да? То есть сейчас ее осталось только прокачать. Но как бы суть в том, отлично, что мы просто нашли пустыню, да? Что как бы... Потом мы уже сможем сюда вернуться и словить новых покемонов. Так. Ладно. Эмфорос, давай ты. Во. А, походу, еще нас сейчас убьет. Давай, Лэмпинт. А, ну да, что я использую. О. Так. Ладно, давайте вот так. Отлично. Вот так. И давайте, в принципе, опять вылечим наших покемонов. Так, сейчас. Сейчас давайте, в принципе, давайте вот сюда полетим. О, еще один покемон босс. Говорю, потом нужно будет пойти в другие леса, да, чтобы понаходить деревья. Но он в земле не будем и туда идти. Чтобы найти, ну, как бы взять сиды других деревьев, да, чтобы у нас было возле дома куча всяких деревьев. А вот сейчас нашли мы новые биомы, и сейчас вот только будут... пустыни вот это новое биома, да, все, вот смотрите, нашли мы, и вот сейчас только вот эти биомы пошли. Ну взлетай ты, чё ты летаешь-то так? Так, смотрим, может что-то будет, может деревня, может еще что-то. О, покемон босс, летим. К нему, если он, конечно, не в земле, потому что в землю рыться не имею желания. А он не в земле, отлично. Так. Ни хрена себе, земля с него падает. Фиг его знает.
Давайте вот так. О, отлично. Так, ну что, дальше полетели. Так, куда мы полетим? О, там еще один покемон босс. Давайте мы к нему быстренько слетаем. Если он, конечно же, опять не в земле. Нет, он не в земле. И вот так, отлично. Так. Вот так. Отлично. Вот так. Давай, 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 убивай уже его. Отлично. Так. Опять, ребята, уже почти что полный инвентарь. Нужно себе бэкпак сделать. Ну, покемоны такого 50 уровня уже. Ну, не все, конечно, но... Так, где ты? О, там у нас океан. Я как-то даже не заметил. Кто у нас? Ашево. Давайте попытаемся. Может, где-то да и будет. Может. О, босс. Капут. Столько боссов, что... Ну, в принципе, отлично, да, босс уже. Только не в земле, пожалуйста. Во, отлично, не в земле. Он не в земле. Только ты быстрый, зараза. Охренеть. Да давай еще побыстрее, не можешь. Во, сам напал, отлично. Так. О, вот этого действительно нам не хватало. Алмазный молот. Отлично, вообще отлично. Алмазный молот действительно нужен. Так. Вот этого действительно нужно было, вот это алмазный молот. Фу. Так, сейчас. Если бы мы еще джунгли нашли, вообще бы офигенно было бы. Или там зимнюю биому какую-то. Или зимний лес. Тут, походу, опять горы пошли. Да, опять горы. Ну что, давайте пролетимся. Вдруг за ними что-то да будет. Босс? Только не в земле, пожалуйста. Он в земле, да? Или это... Фиг его знает. Нет, он в земле. Ладно. Это кто тут у нас? А, Манчлакс. Нет, Манчлакс. Манчлакс и Хитмонли. Хитмончан. Так. Ну что, полетели вот сюда, за леса, за горы. Или нет, нет, это мне показалось, что мы нашли зимний лес. Как бы, это ель, да, ель на горах, и как бы тут на ней есть снег, да, и показалось, что это зимний лес. Ну ладно. Давайте вот сюда. Чё там? Чё это там? Опять покет-центр? Да, опять покет-центр. О, давайте в этом лесу попробуем срубить. Только тут деревья, конечно, вот такие большие. Сейчас топор нам сломит. Ох, сколько сразу... Ну, как бы да, с трикопитейтером это намного быстрее ломать деревья. Плюс к тому, мы действительно очень много деревьев... дерево, да, сломали. Плюс к тому, у нас есть уже саженцы. Еще и яблочки. Да кто там же столько бьется? Так. В принципе, ребята, давайте, я так думаю, мы уже домой, может, вернемся. Продолжим мы потом, наверное, отсюда, как бы сюда тпхнемся. Идем мы домой. Давайте сразу же вот это все сейчас в сундуки поскладываем, что у нас тут есть. Что мы себе навыбивали, да? Вот это. Что тут у нас? Больше вроде все, да? То есть больше вроде ничего. Вот Shadow Ball, отлично. Так. Это.
Это. Отлично, саженцы. Давайте вот хлам вот этот вот сюда. Это вот сюда, это вот сюда. Это я не знаю куда. В принципе, тоже можно вот сюда, например. Это нету. Если у нас есть уже алмазный, зачем нам вот тот? Так. Так, это вот сюда, это вот сюда, это вот сюда. Отлично, ребята. В принципе, уже у нас покемоны нормально так прокачаны. Я уже думаю, давайте на этом закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.